Все нормально, меня видно? Да. Привет. Че? Привет, йоу, мы находимся. Что? Респект, давай. Сейчас женщина меня перестанет перебивать, которая работает, кстати, где? В драматическом театре, где мы сейчас и находимся, среди замечательных людей, актеров, специально обученных и подготовленных. Для чего? Узнаем прямо сейчас. Тебя как зовут? Меня зовут Павел. Павел, что сегодня произойдет? Сегодня мы будем разводить девочек. Грубо говоря, их надо опустить с небес на землю. Они себя слишком много возомнили. Угу. Что сделали? Они себя слишком много возомнили. Отлично, хорошо. А ты единственный участник этой акции или есть еще другие? Конечно же нет, у меня целая команда. Вот, пожалуйста, Инга, она же Инна. Инга, здравствуйте. Здравствуйте. А какую роль вы будете играть? Именно такую роль будет играть Инна Инга. Если честно, она будет играть роль моей любовницы. Шик, блеск и красота. А вот этот молодой человек, это кто? В прошлом. Я был в прошлом молодой человек. Но тем не менее, я буду играть роль любовника Павла. А есть другие роли, помимо любовников и любовницы, в сегодняшнем спектакле, назовем его так? Да, конечно. Самое главное то, что мы попытаемся девушек, вот как Павел сказал правильно, именно опустить с небес на землю. Хорошо, что не просто опустить, вернемся к тебе. А ты-то в роли кого будешь? Я в роли знаменитейшего стилиста, визажиста Марка. Как фамилия? Полу. Нет. Практически да. Рентон. Рентон, да. Еще Марк Рентон. Отлично. Все замечательно. Будем следить за событиями. И все, пока.